there's bars of rain. Speak the language of love like you know what it means. And it can't be wrong. Take my heart and make it strong. You're simply the best. Эта песня слишком хороша, обожаю ее, божечки, аж, не знаю, как будто выговорился. Да? Михаил Круг, не сегодня, не сегодня. Итак, всем привет, дорогие друзья, мы с вами сегодня добиваем резидента, добиваем. Вы знаете, мне на самом деле даже немножечко грустно, потому что это классная игра. И она, это скоро все закончится, но скоро выйдет новая игра Resident, и я, конечно же, буду в нее играть. Так. Сейчас я кое-что настрою. Thank you.
Ну что ж, вот мы сейчас и приступим. Я расскажу как раз, на чем мы остановились. Доступные новые эпизоды не сейчас. Надо пройти еще все старое. Мы убили бабку, детку, репку, жучку. Нет, жучка осталась. А, осталось. Кто у нас там по репке? Мышка, мышка. Вот как раз на мышку и осталось убить. Это вот эту вот девочку. Она во всем виновата, как мы узнали с прошлых игр. Так, а давайте, можно же назад пойти, да? Нет, нельзя. Нет, нельзя, нельзя, нельзя. Здесь мы все взяли, все подобрали. Осталось еще открыть эту дверь. О, кресло! Это же кресло бабки. Бабку мы не убили, да. Мы вот бабку не убили. Стоп! Тогда мы еще и девочку, и бабульку мы оставили. Ну что ж. Может быть, здесь что-то есть. О, кукла! Кукла, какая похожа на Эвелину. Тикс, тикс. Вот она на этом кресле постоянно качалась, вот как на кресло-качалке. Но оно не такое. Мы с ножом, как всегда. Ты что так пугаешь? Мы с тобой вообще-то вместе. Ух ты, прикиньте, я ее ударила. Sorry. Адекватная? Ну, флешбеки, наверное, да? Да, точно. Дверь была только что. Так, а что у нас по арсеналу? 4 зажигательных боеприпасов. Гранатомет, автомат. Всего лишь 43 патрона. Кошмар. Это я транжира. Е-001. Бабулька. Это бабулька. Что нам это дает? Отсюда мы пришли, как бы понятно. Нет, мы отсюда пришли. Ой, смотрите, кто это у нас тут? Ничего нет. Окей, осталось сюда прийти, посмотреть, что здесь. Девочка! Выходи, биться будем. Это Итан, что ли? Ребята, это Итан. Итан, это в начале игры у нас это было. А ты что здесь делаешь? Это все из-за тебя. Почему я это вижу? Так, стоп, стоп, стоп. Получается, что когда Мия на меня нападала, то всегда рядом была эта девка. А насколько мы поняли, она управляет всеми нами, ну, кого она заразила. То есть она управляла Мией. И всегда, всегда была с нами. Ой, мы можем открыть эту дверь, отлично. Что у нас здесь? Обожаем туалеты. В туалетах всегда что-то интересное-то найдется. Ничего. Почему в последнее время ничего нет? Отличного стрима, спасибо. Привет, бой, и спасибо тебе. Ёпт, моё. Иди сюда. Иди сюда. Okay. Ты так из-под угла. Бей его, мамочка. Зачем мне переживать это всё снова? Он не хочет быть твоим папочкой? Тогда пусть сдохнет. Осуждаю, осуждаю все это. Теперь очередь мамочки тебя убить.
Значит, по очереди. Нет, все, очереди мамочки не будет, потому что с ней тоже все покончено. Так, мне нужно, наверное, что-нибудь посерьезнее. Или все-таки нож. Нет, давайте нож. Мы вернулись в наш домик. А здесь что? Помоги? Могу. Закрыто. Итан, помоги мне. Иду. Ты говори, горячо, холодно, я приду к тебе. Показалось. Ну что так туманно? Дара. Ты что, ты... Не надо тебя залить, ты что делаешь? Эй! Ты адекватная вообще? Мы с тобой вообще-то спим вместе. Ё-моё, успокоилась. Смотри мне. Так, пистолетик. Четвёртый. У нас, оказывается, много пулек. Ты ненормальная, где ты? Жена. Жены все ненормальные. Где ты здесь, явно? Где ты? Чтоб тебя... Шаман, привет! Давно тебя не видела, солнышко ты мое. Вспоминала о тебе. Как ты там? Ё-моё. Какой у нее смешной смех. Ах, вот! Ты станешь одним из нас! Может, тогда начнешь играть по-честному? Я не буду играть. Нет! Отстань! Уйди! Нормально! Вот дура, блин! Валим, валим, валим! Какая кукла стала большая! Какой вообще кошмар! Все должны... Все должно быть уничтожено! Мы с ней уже дрались! Ути-пупсик! Посмотрите, какая она стала большая! Ты сегодня в платьишке? Да, я сегодня прям захотела быть в платьишке, потому что я заканчиваю играть в Резидента, я буду скучать по нему. И надо это как-то отметить. Платьишко. Так, Дайенора, сама как? Ну-ка, встань-ка. Встань-ка. Я поставлю на стоп. Это, конечно, долгий процесс. Сейчас, моментик. Оп. Вот и такой вот у меня сегодня платьишко. С такими носочками. Отлично, без головы. А без головы даже лучше. Я, кстати, в двух носочках. О, мой рыбацкий стул. Все как надо, все как положено. Чувствую себя принцесской.
симпатяшка, вот. Прям пупсик, ты одеяло под юбку сейчас засунул. Блин, видно было, да? Ой. Кошмар. Ну, не совсем. Да, у меня мёрзнуты ноги. Поэтому, и, ну, у меня кресло такое, и не то. Нет, ничего, не было ничего видно. Какой кошмар, просто, блин. Все, я не буду больше вставать. Давай сделаем вид, будто этого не было. Какой повторить попытку? Так, забудем. Ой, я аж покраснела, божечки. Все, кошмар какой. У меня просто холодное кресло, я положил туда одеяло. Одеяло под себя, где, куда мне идти? Пока я никому не скажу, конечно, у меня все записывается. Так, что происходит? Иди отсюда, сказала! Ты что, ненормальная? Пройти мне не дает. Как вышла из-под угла, конечно. Ну, привет. Надо с тобой покончить. Иди туда. Нет, не смей. Тихо. Значит, блин, скей. Давай. Ну я даже... Что сделать? Даже на спейс нажать. Давай. Тихо. И мы идем. Так. Значит, когда она делает этот ураган, мне надо блокировать. Давай, срочно прими аптечку. Надеюсь, ты успеешь. Иди. Угу, мы приблизились. Давай. Чуть-чуть осталось. Доп. Мы с вами молодцы, убили девчонку. В смысле, бабка? Почему все меня ненавидят? Бабка. Прощай, Эвелина. Больно. А... То есть, теперь стало понятно, значит, все это время Эвелиной была бабка. Знала бы я раньше, прикончила бы ее раньше. Так, да ладно, там только одеяло было видно. Блин, это одеялко было не по сюжету видно. Все, забыли. Так, значит, точно, нам еще в начале игры говорилось, что Эвелина быстро стареет. А я как-то на это не обратила внимания. Ну, окей. Мы убили ее? Видимо, нет. Охренеть, это что такое просто? Фак. Какая коза-то, а? Так, быстрее, давай. Давай, быстрее. Какая коза-то, а? Давай, отходи. Где мой нож? Сейчас резать буду.
произошло? В смысле все? Так, она меня выкинула на улицу. Давай, давай же. Давай, давай, давай. Пизды же, Зайса, что ж ты так долго? Я не могу встать. Какой кошмар. Это как будто я во сне летаю. Вот точно так же. Тихо, 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 тихо. Ты зачем? У меня автобус забрала. Мне просто нужна была семья. Давай, перезаряжайся, пожалуйста. У тебя остался последний патрон. Давай, я ей прям в рот. Оп. Эй, а что ты? У меня больше нет ничего. Давай так. Вообще, он должен был уже умереть. Ой, а что это там? Что это там? Что это там? Беги! Вот, держи! Альберт, давай, Эф, беги, беги! Ползи точнее, как можешь. Ребята, я только сейчас вижу, что у меня стоит джаз-чатинг. Простите, но мне срочно нужно прерваться с этой... клевые игрушки. Я не хочу, чтобы меня забанили на полпути. Категорию сменю и продолжим. Итак, итак. Всё, мы с вами продолжаем. Игра закончилась, мне кажется, не закончилась. Тихо. В рот ей, прям в рот. Давай, в рот целюсь. Открывай ротик. Летит самолетик. У меня пулек-то мало осталось. Это все? И это все? Ребята! Это была самая быстрая игра! Я просто зашла и вышла! Это бой с боссом? Я с дедом и то хуже дралась. У меня получено достижение. Я даже не проиграла ни разу! Ребята, это на меня не похоже! За мной прилетели. А че, где вы раньше были, ребята, а? Почему вот, как всегда, в последний момент, когда я ее победила? Я рад, что мы нашли тебя. Ой, какие же они смешные, вот честное слово. Какого хрена ты так долго? Вот, когда мы приходили, значит, в этот дом. Итан? Ты здесь? Ты уцелела. Я рад. Я уцелела? Я тоже в шоке, что уцелела Мия. Так, стоп, а где тогда Зоя? Если мы всех победили, мы всех убили, то мы должны были Зою найти. Говорят, когда закрывается одна дверь, открывается другая. Что ж, сегодня дверь закрылась. Длинная была ночь. И не только для меня. Пострадали не только мы с Мией. So were the bakers. Ну и бейкеры тоже. It was that thing, из-за этой Evelyn, твари, Эвелин,
они такими стали. But now Evelyn's dead. Но Эвелина умерла. And these guys are и эти ребята явились прибраться. I had just come to terms. Я только смирился с уходом Мии. But now she's back. Но теперь она вернулась и хочет начать сначала, с чистого листа. Maybe this is where the next door opens. Может, это и есть открытая дверь? Ой, у меня аж мурашки. Очень быстро подошел, вот быстро закончил на самом-то деле. Я реально думала, что там будет подольше. Но это было хорошо. Я, кстати, сейчас только вижу, что у меня слишком ярко. Так. Ну, музыка классная. Итак, Пупсик, а ты смотрела ту игру, что я тебе скидывал? Да, я смотрела обе игры, что ты мне скидывал. Сейчас, моментик. Про метро? Ну, я думаю, что... Ну, метро как-то мне не очень зашло, на самом-то деле. Вот, а вторая более-менее... Ну, мне интересно было. Я сегодня хотела бы... Хотела бы еще, наверное, поговорить насчет этого всего, насчет игр, посмотреть, рассказать, какие игры я бы хотела поиграть. За такое не банят? О, я читала, что, ну, видела, что банят. Так, ладно. Ой, я бокальчик. Это кастрюля! Я пью только с кастрюль. Ну что ж, я выключила игру, я не буду смотреть титры, потому что немножечко отвлекает от дел. Пока что я сделаю вот так. Вы увидите мою комнатку. Я... Немножко раздроена, что слишком быстро все прошло. Хотя играла я в нее, ну, 2 месяца. Ну, я не каждый день играла. 2 месяца, там, может быть, там, раз в 3 дня. Вот так. По час, по 2. Но мне было интересно, правда. Вот. Мне было интересно покричать. Вот эти, выплеснуть свои нервы, эмоции. Вот, вот почему, например, Resident Evil, да? Потому что когда-то, однажды, я увидела прохождение, так, мельком глазом, ютубчик смотрела, и вышло в прохождение Resident Evil, страшно, и вообще там описаться можно. Я такая, что это такая за дичь такая? Включаю, смотрю, а там действительно страшно. Я такая, боже, как в такое можно играть, если мне сейчас-то страшно? Вот, и... И теперь я стала в нее, и как только купить это все, я приобрела ком. Я сразу же стала играть в эту игрушку, потому что она меня сразу зацепила, прям сразу с первого взгляда. Сначала был страх, потому что, блин, я, наверное, не смогу в нее играть. Потом, а я же смогу, все нормально. И правда, что мелочиться, да-да-да, лучше прям с кастрюли пить. Я очень много пью воды, вот. Поэтому во мне, наверное, 5 литров за сегодня, и все равно мне мало, потому что сейчас попаду за водичкой. Поди у Куплинова, нет, другого, но Куплинов мне нравится, очень нравится, он классный. Прям. Я не могу, я, конечно,
Точнее, я не могу на Twitch-канале так высказываться матом, хотя у меня в голове именно то же самое, что и он говорит. Так. Да, кстати, можно сказать, что с дебютом у меня это была самая первая игра, которую я прошла от начала до конца. Я нашла, ну, я сегодня смотрела, что же делать дальше, во что же играть дальше, что меня зацепит. Вот, значит, ты, Шаман, ты мне скинул The Evil Within. Вот, это мне, эта игра меня заинтересовала, особенно вторая часть. Вот, но мне кажется, хорроры я немножечко, там, ужастики, хорроры я немножечко отложу, потому что есть прям и те игры, топчики, которые тоже стоило бы поиграть. И метро, да? Тоже интересно, но, наверное, не сейчас. Я бы сейчас хотела бы что-то иное попробовать. А это сейчас я, наверное... Тебе надо было с первой части начинать? Возможно. Я видела, ну, я когда увидела вот тогда прохождение именно этой части, седьмой, я вот захотела вот именно эту проходить. Так, я сейчас вам хочу вместе с вами, наверное, посмотреть эти трейлеры тех игр, которые я для себя выбрала. Так, захват экрана. О, отлично. Итак, значит, у меня здесь вот The Evil Within я сегодня добавила. Классная тачка, да? Ой, вы обожаю рекламу, новая, конечно. Не царапины. А вот ее прошлое, так, в отчете вопросов. Если играть ее с... Если играть ее с первой части... Чести The Evil. Ага. Я польшом, когда ты, пупсик, со мной на вы. Да, будем смотреть ролики, давайте, про беременность, про какие тесты покупать. Чтобы знать... Так, значит, The Evil Within. Меня заинтересовала вот именно вторая часть, поэтому я смотрела мельком. Сейчас я посмотрю прям точно все. Музыка классная. Я еще обратил на эту игру внимание из-за музыки, потому что она очень классная. Прям слушаешь, смотришь и вдохновлен, как будто бы. Вот, мне понравилась вот эта сцена, как будто ходячие мертвецы сейчас будет вообще прям. Да.
И тут припев. Я в восторге. У меня сейчас мурашки, ребята, это просто. Вот, мне очень понравилась эта игрушка. Трейлер. Меня по большей степени, наверное, не понравилось еще плюс из-за музыки, как я уже сказала. Так, что же у нас есть дальше? Rust. Я не очень знаю, что это такое, но я просто... Это онлайн-игра. Я бы хотела изучить онлайн-игру. Вот, и посоветоваться, конечно же, с вами, то есть, как, чтобы, может быть, кто играл в нее, может быть, расскажете, стоит или не стоит в нее играть, потому что я в такие игры, что сейчас будут, вообще профа. Так, играть в первую не пожалеешь, обещаю, я ее стримил и сам раза два вне стрима играл. Я в нее обязательно поиграю, да, заявил, что там сейчас, The Evil Within. Так, но... Пока что не знаю, может быть, через где-то недельки 3-2. Так, Rust. Включаем, смотрим, что за дичь вообще. У-у-у! Как интересно! Так, камень, кокос, что это? А почему пипирку-то склеили? Могли бы не скрывать. А в киберпанке там вообще... Так, я так понимаю, это... Ну, мы строим, создаем что-то. Ой, у меня такая игра на телефончике есть. Клондайк называется. Я в нее уже год играю. Каждый день. И я захожу в нее. А где парень-то-то? Медведь. Так, ну, в общем, что-то строить, создавать. Экшена тут как такового нет. Спокойная. Блин, ну такого типа игры, да, вот я говорю, я играю на телефоне каждый день. Там захожу на 10, может быть, когда 15 минут, посмотрю видюхи, добуду золото. Что-нибудь разрушу, что-нибудь построю. И я там, кстати, занимаю почти всегда первые места. Потому что не по всему миру. Но там как поближе показано. Одному трудновато, тебя люди будут убивать. Это ты имеешь в виду в этой игре, да, в раз? Ну вот да, я слышала и видела, что в эту игру играют онлайн и на серваке. А я, кстати, на серваке еще никогда не играла, и для меня это пошло в темный лес. Ты начинаешь голышом. И начинаешь собирать лут, строить дом, крафтить пушки. Да. Вот, я думаю, я закончу над трейлером с этой игры. Rust, потому что она не в первом моем списке игр, которые я хотела поиграть. Так. Вот, Be Happy Few. Но я в нее уже играла. И мне, если честно, понравилось. То есть я в нее играла, может, даже месяц назад я начинала играть с Resident и с We Happy Few. Меня заинтересовала эта игра графикой. То есть она яркая, она очень красивая, красочная, у нее очень интересная история. Вот сейчас озвучка, она будет, ну, русская, да, возможно, вам не понравится, но сегодня я краем глазом посмотрела, в принципе, можно смотреть, но главное посмотреть на игру, как все это выглядит. Мне она очень нравится, то есть я в нее могу играть вот прямо сейчас. Удивительная здесь история, сейчас увидите.
На Женю Бэткомедиана похож. Нет, это не то, что я хотела вам показать. Не тот трейлер. Ну, прям круто. I want you to have fish. Got you. Я полностью смысл еще не узнала, потому что я ее прошла, может быть, там, не знаю, 5% из 100. Вот, но нужно обязательно поднимать радости. Радости — это такая розовая таблетка, чтобы видеть мир вот таких вот розовых очках в ярком мире. Вот, и так вот люди живут. А если ты отказываешься принимать, то они видят бабочки, на самом деле там мухи летают. Вот, ты видишь, на самом деле мир очень страшный и ужасный. Типа на каждом углу лежат трупы. И тебя должны убить за то, что... Если ты не хочешь принимать радости, тебя приубьют. Бывает порой, конечно, в эту игру монотонно и скучно играть, но не всегда. Все дополняет эти краски, правда. Интересно, интересно. Думаю, что я ее тоже, вот эту игру точно пройду. Так. Я видела ее Мармока, мне не зашла. Ну, что ж. Да, конечно, на вкус и цвет товарища нет. Каждому свое. Вот мне, например, зашла вот именно такой яркостью. Вот, трейлер на русском все-таки я добавила себе. Сейчас мы немножечко посмотрим. Извини, к этому решению мы все пришли. Такая классная озвучка. Но ты знаешь правду, не так ли? Показывай. Перед игрой надо укуриться, я понял. Шестеренками. Да, да, да. Я не могу ничего сказать тебе, чего ты еще не знаешь, ведь чтобы вообще понимать, в чем дело. Ты принимал сегодня свою радость. Люди в городе — это только кожа да кости. Они умирают с голоду. А все раскрашено этими цветами радуги, мать твою. Неужели ты не замечаешь? Оли, зачем вы все носите эти смехотворные маски? Тебе нужно взять такую. Они помогают твоему лицу улыбаться. А когда ты улыбаешься, ты не можешь быть несчастлив. Ты должна рассказать людям. Они должны знать правду. Нет. Им лучше не знать. Игра в студии Компульсия. Проснитесь и пойте, граждане. Еще один счастливый день. Делайте то, что должны, и никогда не волнуйтесь. Салли, мы должны сказать спасибо этим людям за то, что подсадили. Вот, в принципе, смысл, я думаю, понятен. Игры We Happy Few. Так, значит, следующая игра, которая в списке, это Лига Легенд. Для меня пока что тоже не изученный мир этой игры, потому что... Злаки, сынок. Ох. Для силы. Это также играется онлайн. В нее очень много вообще кто играет. На Твиче почти, я не знаю, на Твич-канале утром сегодня смотрела. Это больше всего людей просмотр смотрят как прохождение Лиги Легенд. Но мне почему-то не очень... Легенд до сих пор составляет 78... Именно поэтому решил разбавить ролики про Логана и Железного. А, это у меня 12... Что, 12 факторов, вот. Перевод, как в американских фильмах 90-х. Да-да-да, я тоже когда услышала, я такая, что-то знакомое. А потом вспомнила. Я такие мультики, фильмы с такой озвучкой, я смотрела вообще мультики Барби. Блин, я... К
Кстати, насчет Барби, я вам, кстати, тоже скажу, после того, как я расскажу про все игры, которые у меня в списке. Обязательно расскажу про свою идею. Друзья, меня зовут Сергей Хоббит, и вы находитесь на моем канале Hobbs Play. Те, кто давно со мной, знают, что кроме много, поэтому садитесь поудобнее, факт номер один. League of Legends, или если пожелаете, League of Legends, появилась на свет 27 октября 2009 года. Вдохновением для нее послужил мод для игры Warcraft Frozen Throne под названием Defense of the Ancients. Всего за 8 лет игра успела покорить кучу людей. Ежемесячная аудитория LoL составляет 100 миллионов игроков. И, конечно, LoL получил множество наград, включая онлайн-игру года и лучший фри-ту-плей от золотого джойстика и киберспортивную игру года составляет... Вот, игра выглядит вот так. Что здесь делают? Вот смотрю, люди там играют на картинке, да, что здесь делают, я вот вообще не понимаю. То есть для меня игра это вот как примерно там, не знаю, Resident, Киберпанк, что-то по типу этого. Ну, возможно, стоит сыграть. Есть два варианта. Лига Легенд, либо Дота. Вот вообще. Доты — прекрасное название для игры. 5-6 миллионов долларов, что очень даже круто. Только корейские игроки с соревнований выиграли почти 6 миллионов долларов. Настолько в Корее популярна Лига Легенд. Грубо говоря, они живут на деньги Лиги Легенд. А в целом, как вы знаете, турниры проходят во всех странах мира. В Тайване, например, по подсчетам 5% населения страны играли в Лигу Легенд. Это где-то в районе 1 миллиона игроков. Плюс турниры по Лиге Легенд являются настолько престижными, что многие киберспортсмены даже бросают учебу, чтобы плотно заниматься игрой. Но вообще, бросать учебу это плохо. Ну, если вы, конечно, не уверены в... В общем, меня эта игра не цепляет особо. Вот. Поэтому просто хотела поделиться, да. Вот, не знаю, спросить у вас, может быть, вы играли, может быть, все-таки она на самом деле интересная, а не то, что у меня в первое впечатление. Так, и что занимает почти первенство занимает в моем списке, это Counter-Strike. Я профан в играх, как я уже сказала. В 2000 году мод... Стрелять я вообще стреляю очень косо, как бы многих кто это видел. Ну, не всегда. Иногда у меня, конечно, получается стрелять и делать все остальное. Но я бы действительно поиграла в Counter-Strike. Это интересно. Вот, для себя. То есть Dota, League of Legends, это, ну, далеко там дальше в списке. Я их добавила в список, потому что мне было интересно услышать ваше мнение. Вот. Узнать об этих играх чуточку побольше со стороны тех, кто играл. Ну, возможно, или кто-то что-то знает больше. О, не, напоминает не Ду. А, это я читала. Роман У. Кисонька моя. Для Half-Life Итак. Становится полноценным шутером. Но никто и представить не мог, что через 20 лет в игре кардинально изменится. Ничего. Разве что заложники. Они теперь не ходят, и их нужно носить на себе. Игра, благодаря которой целое поколение знает, что с ножом бегаешь быстрее. Конечно, люди с ножами бегают быстрее. Игра, в которой открытие кейсов порой захватывает сильнее, чем сама игра. Игра про игроки, которые запрыгивают друг другу на головы, чтобы перемещаться быстрее. Вдвоем? Вчетвером? Впятером? Да как вообще до этого можно додуматься? Вдоволь наигравшись на втором дасте, открой мир пользовательских режимов. Скользи словно серфер, спасайся от зомби, летай по всей карте после смерти, уворачиваясь от стен. Фига себе, как это летать? Тебя ждет любезная комьюнити, состоящая из истинных кавалеров. Выиграй хотя бы 20 каток, чтобы повысить свое звание. И проиграй всего одну, чтобы слить его. Если ты способен выдержать такое, если ты наиграл 1000 часов, если ты изучил игру от А до Б, тогда ответь на самый главный вопрос. Бомба или бомба? Я в CS Source 3000 часов. Приятно вдвоем. 3000 часов, значит, и в КС 5000 часов поставил. Но уже лет 5 как удалил игру, так как читеры не давали играть. Так, значит, ты у нас знаешь, как играть.
Скажи, пожалуйста, отличие бомба или бомба? Вот, жалко, что ударил. А то так бы сыграли с тобой. Научил бы меня всяким там штучкам. Бомба. А, ну да, конечно. Куда ударение? Ладно, бомба. Итак, зачем я это сделала? На О, ну, бомба, все, спасибо. Так, еще у меня кое-что было, мне кажется, это... всякое. О, дота, да. Это дота. Часто мне задают вопрос, что герою непременно нужно? Многое зависит от героя. Если желаешь быть быстрым, то есть для тебя скорость за пределами. В общем, это опять вот такие вот же игрушки, как и с Лига Легенд, как мы уже, да, как поняли, раз узнали. Ну что ж, ладно, я поняла. Я убедилась точно, что Дота точно нет. И Лига Легенд. Мне, как бы, я смотрела, и мне сам, и с меня самой это не зацепило. Так. Не-не, даже не зайду, если будешь Доту. Но зайдут школьники, так что онлайн прибавится. Ну, вообще нужно, конечно, создавать свой круг общения. Но в Доту я играть не буду. Я буду играть в Counter-Strike. Учиться играть в Counter-Strike, учиться играть в GTA. GTA пока нет. Пока что, скорее всего, нет. Не очень хочу. Вот Counter-Strike, да. Но Counter-Strike, скорее всего, я буду играть одна. Не в стриме. Потому что надо научиться. Итак, сейчас я вам кое-что покажу. У меня есть идея. Помимо всего этого, значит, я хочу пилить ролики на YouTube. Но для начала я хочу пилить ролики не киберпанк, не там всяких, не Resident Evil, да, потому что этого всего очень много, очень много. А нужно для начала что-то попробовать и что-то свое, поэтому я придумала. Сиськи? Нет. Этого тоже там полно. Либо открой порнохаб, там тоже всего этого полно. Значит, я в детстве играла. И играла всякие такие игрушечки детские, например, как Шрек. Сейчас мы немножечко увидим. Господи, что с ним? Вот. Успокойся. Примерно такая вот игра. Вот я играла Псих. Только не в эту часть. Если я все точно рассчитаю, то третья. Попаду куда надо. А это я умею. Игра сохранена. Типа, спасибо. Вот, такие вот игры, значит, я играла. А что рассчитывает, я так и не понял. Я просто вам показала. Но. Такие игры, ну, например, Шрек, да, их тоже стримим. Ну, ничего страшного, я вспомню, что это такое Шрек. Вспомню детство. Я тоже попробую. Но что-то я буду стримить, точно. Это я буду Барби. Я буду играть в Барби. В куколке. Значит, недавно скачала эту игрушку с торрента. И я офигела. Я скачала ее буквально вчера. Просто открыла посмотреть, вспомнить. Как, вот, посмотреть, как я видела это в детстве. Я жду игру от Crash Bandicoot, новую часть на плойке. Она уже вышла, но на ПК еще нет. Так, женщина, ты стример. Мне нужно продвигать YouTube, мне нужно, точнее, изучить YouTube. Надо посмотреть, что это такое. Забыть свой торрент на Твиче. Нигде нельзя скачать, купить эту игру, поэтому мне пришлось ее скачать. Таких игр нет ни на Steam, ни где-то в другом месте. Это прям, ну, старый-старый. Ладно, я забыла, я не знаю, что такое торрент. Что такое торрент? Вообще осуждаю.
Ты не поддерживаешь пиратство. Во-во. Хорошо, спасибо, спасибо. Вот, ну все же. Я хочу просто... Вам интересно вам показать, во что я играла в детстве? Просто могу сейчас это сделать сейчас. Только, наверное, как-то нужно категорию сменить. А таких игр здесь нет. Иокс. Я сейчас покажу вам буквально немножко, может быть, минут 10 игры Барби. А где она у меня? Вот это вопрос. Ух! Что такое? Что ты? Оно мне не открывается. К сожалению, сегодня я вам эту игру не покажу, потому что она у меня не открывается. Но покажу, наверное, ее в следующий раз. Вы все увидите мою игру детства под названием Барби и лошадь. Вроде было там что-то связано с лошадью было. Я на ней просто скакала. Прошла игру? Бой? Да, я прошла игру, не поверишь, я прошла ее за 18 минут. Я думала, это будет дольше. Вот, определилась, во что буду дальше играть. Это... Да. Это Counter-Strike? Точно. The Evil Within, вроде бы, да, The Evil Within. Чем-то похоже на Резидента, но совсем-совсем чуть-чуть. Вот, и дойду до конца в игре We Happy Few. Хотела сейчас показать... Барби игру свою, но не получается. Evil Within даже я не буду играть, у меня нервы не выдержат. Да ну ты брось, интересная игра. О, то есть она еще прям страшнее, чем везде?
Не, обязательно, обязательно я в нее поиграю. Все, у меня есть, например, в Стиме есть, есть, есть. У меня есть Киберпанк, это мы знаем. Сириус Сэм. Вот, как вам Сириус Сэм? Так, несколько раз проходил, только не начинай с второй части, начинай с первой, обязательно. Спасибо, что сказал. Да, вот есть Сириус Сэм, но я в нее играю, в Сириус, когда у меня прям... Нет, я ее не стримлю, но играю в нее тогда, когда у меня внутри все бурлит, все эмоции, прям хочется, знаете, драться... рвать и метать, и я просто захожу в Сириус Сэм, я просто вот это вот все. Ребята, ребятки, включилась моя Барби. Сейчас я сделаю, настрою все. Сейчас мы будем с вами играть в мою игру детства. Может и нет. Что такое? Так. Что-то не понимаю. На развитие канала с первой пройденной игрой. Спасибо, спасибо, бой. Тебе большое. Ты ж мой первый фанат. Добро пожаловать на игровой диск приключения Барби. Ребят, у меня маленькая проблемка. То есть, когда я включаю эту игру, у меня я не вижу чатик. То есть у меня сразу на втором мониторе все отключается. Арисиус. Муж одобряет. Что именно он одобряет? Какой прям точный вопрос? Пожалуйста, его скажите, задайте, чтобы мне было понятно, на какой вопрос отвечать. Вообще одобряет. Все одобряет. Что бы вы ни спросите, все одобрит. Гадочная поездка. Наберите ваше имя в указанной буду читать графе, чатик, значит, на кнопку здесь. «Новая игра», чтобы начать играть. Если вы уже играли ранее, то просто выберите ваше имя из предложенного списка, а затем нажмите на кнопку «Продолжить». Вам же ничего не видно, конечно. Сейчас я все сделаю. Не беспокойтесь. Ладно, сделаем вот так. Меня поменьше. Все-таки. Так, теперь как видно.
вам понадобилась помощь, нажмите на знак вопроса, чтобы выслушать совет. Хрень какая-то. Короче, не сегодня, ребят. Эх, 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 жаль. Так, когда пройдешь Evil Within, кину донат 5000. Может, Виллиан Харт? Я, кстати, не смотрела этот трейлер Виллиан Харт. Но пока что первое у меня будет Evil Within. Обязательно. И я пройду эту игру даже не потому, что ты кинешь мне 5000 донат. Муж мой, это наш семейный бизнес, ты что? Ой, бизнес. Семейные деньги. Шаман. Ты такой смешной. Бой, надо посоветоваться вообще-то там с женой. Будет ли она тратить... Будете ли вы тратить ваш семейный бюджет? Ну ладно, как бы. Конечно, конечно. Мне нужно кресло, чтобы у меня ножки так не мерзли на этом рыбацком стуле. Поэтому кидай муж донат, кидай. Вон уже шаман заметил, что я одеялко под попку кладу, вот под платьишко, чтобы мне тепленько было. Блин, как жаль, что за музыку банят. Я бы сейчас включила бы что-нибудь. Михаила Круга, например. Ну да, на коже они так пиздец как согреются. Ой, все, ой, все. Когда есть нормальный норм кресла, понимаешь, уже душу греет. Ну и жопки, конечно же, получше сидеть. Потому что сколько ее качай, не качай, она плоская становится. Слушай, Шабан, я вот, знаешь, я вот все думаю. Зайти в прямой эфир утром и показать тебе снег. Ты, конечно, можешь погуглить, что такое снег, и увидеть его. Я вот просто думаю, погулять как-нибудь утром и зайти в прямой эфир. У нас потому что морозы. Кстати, с крещенскими морозами вас. И с праздником. Так, а, ну если душа будет ноги греть, базара нет. Посмотри трейлер. Очень интересная игра. Бой, спасибо тебе большое! Обожаю тебя! О, подождите, музыка, музыка! Давайте, что сейчас меня... Моим дорогим друзьям, под грохот артиллерии, танков и самолетов я вспоминаю наши приключения, вашу дружбу и вашу боль. Дружище Эмиль, на закате своей жизни ты ушел на войну не ради славы, а чтобы защитить свою семью. Везунчик Фредди, ты всегда был бесстрашен и целеустремлен. Надеюсь, ты обрел покой вместе со своими письмами, что так и не отправил. Анна,
самая смелая из всех солдат на Западном фронте, спасшая толпы раненых, не сделав ни единого выстрела. И Карл, если бы я только мог осветить твой путь домой через все поля сражений, через предательскую тьму, чтобы ты мог еще раз увидеть семью. И хотя война разлучила нас, и я не могу написать этих строк, ваши истории останутся в веках, как и ваши отважные сердца. Да, игрушка, правда, интересная. Спасибо тебе, Бой, да. Я не смотрела трейлер. Я обязательно в нее поиграю, она очень красивая. Интересно, красиво нарисована. Да, в нее точно нужно играть. Поиграть. В общем, у меня уже столько игр, которые нужно поиграть. В ней 5 персонажей. И обязательно, да. Так, я думал кое-что другое, а ты про снег. Мне сегодня уже девочка скинула снегом, она по лесу гуляла. Это какая-то скучная игра. Ты там что, с собакой играешь? Нет, у меня кошка. А, блядь. Вопрос-то по-другому задан. Ах, нет. Я поняла. Да я, блин, я просто расслезилась после этого трейлера. Ты еще так сказал, я поняла. Кстати, эту игру я даже это купила на Стиме, она у меня есть. Но трейлер я не смотрела. Удивительно, правда? Чего, шаман, все бывает, я блондинка. Мне простительно. Значит, тебе уже скидывают снег, да? Тогда не буду тебе ничего скидывать. Кстати, мы уже перешли на ты. Буду я еще. Пускай другие тебе скидывают. Не придуривайся, ты крашеная. Вы что? Блондинки бывают и не крашеные, и крашеные. Им тоже всем простительно, потому что мы женщины. Не то понять, не так прочитать. Это все нормально. Вот, я, короче, все думаю, надумываю покраситься в красный. Ребята, что делать? Я скоро действительно... мне нравится блонд. Очень нравится. Но мне хочется что-то прям яркого, броского. И это красный. Вот. Я была уже как-то красная. У меня тогда были вот такие вот волосы. И все. Я потом перекрасилась опять в блондинку. Тут, короче, у меня 3 вопроса стоит. Либо мне покраситься в свой светло-русый. Либо оставить так же, только он... корни подкрасить, чтобы они у меня были вот прям белые-белые, как у Эмилии Кларк, да, вот из «Мать драконов». Вот, либо вот прям кардинально поменяться и быть красной. Мне очень нравится эта идея. Но там столько заморозок.
Охуенно было бы, мне нравится или рыжий, или ярко-красный, моя красная. Ну вот да, да. Мне очень нравятся вообще девочки. Я всегда обращаю внимание на блондинок и на ярких. Это рыжий и красный. Вот, вот я говорю, пройдет какая-нибудь красивая девушка, я как будто мальчик-самец, я сразу, о да, вот это там попа как орех. Либо, не знаю, может быть, грудь, да? Нет, в основном только попа, потому что я восхищаюсь своей грудью. Вот, а попы нет, я своей не восхищаюсь. Я так даже, я на мальчиков не смотрю, вы представляете? Там на каких-то красивых. Я для этого муж есть, я как бы, я вообще на мальчиках не думаю. А вот девочки, кстати. Но только в плане красоты. Вы же подумайте мне там что-нибудь. Это абсолютно, кстати, нормально, когда девочка обращает внимание на девочку. Мне тоже кажется, пока это главная вещь от девушки попа. Да-да-да. Потому что попу можно накачать. Ну, кстати, и грудь тоже. Но попа... Ну, тоже, знаете, не совсем. У всех разные телосложения. Поэтому у кого-то там по генам сложилось так, что у них тонкая-тонкая, притонкая талия и большая попа, да? Ну, титик нет. Вот это вот груша. Нет, не груша, а... Или груша? Да, груша. Есть те, у кого яблоко. То есть, да. Живот вот так. Песочные часы. Песочные часы, это вот как раз... Где грудь, талия узенькая и попа большая. Вот тут надо делать. Такая фигура не у каждого. У меня есть подруга, у нее охренеть какая классная попа. Вот вообще прям муаперси. Вот, у нее фигура вот груши. Вот, но ей прям классно. Ну, как бы да. И как бы нет. У каждого свое. То есть, когда у тебя там 60 сантиметров талия, тебе тоже может что-то не устраивать. Вот у меня, например, это талия не 60, там чуть-чуть больше 65, да? И 60 все равно это не мало. То есть, это ненормально. Я бы хотела, возможно, там 50, чтобы, наверное, вот так вот в руки складывалось. Где-нибудь пополам сломаешься? Да нет. Нет, если, конечно, это все там прессик и красивая талия. Мне вот, кстати, пресс мне не очень нравится. Мне нравится талия вот такая вот узенькая. Ну и чуть-чуть пресс, конечно же. Перекачанный не. Не в моем стиле. Удали нижние ребра и будет тебе 50. Мне, конечно, нравится, но без фанатизма. Вообще без. Есть всякие девочки там, которые пытаются быть похожими на куклы Барби, да, вот все наши известные там. Это все пошло просто тупо с детства. Нам всем прививают, что там в голову, что нужно там 90-60-90, хотя это не так. У каждого все индивидуально. Если, например, мне комфортно в таком весе, которым я сейчас, я удовлетворяю себе... Блин, не так. Мне нравится картинка в зеркале. Смотрю на себя-то и восхищаюсь. То значит, все топ. Значит, не нужно тебе бороться, делать 90-60-90, либо 90-50-90, у кого как. А ты просто радуешься себе, допустим, не в 100, в 170 и 100. Добавили на 10 сантиметров. Но ты прям...
ты стройная, тебе все, вот тут все, вот тут хорошо, и тебе прям отлично. Пока тебе все нравится, можно не запариваться. Вот у меня, например, случай немножечко иной. Я бы хотела дойти бы до своего идеала в плане, ну, может быть, все-таки 60 сантиметров дойти. Но это уже... как я уже сказала, смотришь в зеркало, тебе нравится. Вот мне, как вы можете подумать, да, чтобы слова не противоречили, то мне особо как бы не все нравится, поэтому нужно что-то доделать. А это как бы питание и спорт. Если с питанием я знаю, как, что нужно делать, а со спортом у меня не очень хорошо. Поэтому скоро я пойду в зал и буду заниматься в зале. Чтобы иметь вот прям подтянутое тело. Потому что вот я разжирел, короче, за праздники-то. Потому что ленивая жопа. Потому что, да, не буду я искать себе оправданий. Почему мы не ходим в зал? Почему мы не худеем? Потому что мы не худеем, а не снижаем вес. Потому что мы ленивые жопы. И все. Мы чего-то не добиваемся, потому что мы ленимся, и все. Ну, и тут, конечно, играет фактор, насколько ты этого хочешь. Можно придумать себе задание, допустим, выучить английский, как я написала себе список целей на январь, а также на этот год, да? Английский ты не выучишь за месяц, но за год выучишь. Но тебе нужно общаться с кем-то. А если просто поставить цель выучить английский, как это сделала я, да? Берем только мои случаи, я только говорю про себя, а не про кого-либо. То нужно понимать, зачем, для чего. Куда ты будешь использовать свой английский, с кем ты будешь общаться. Да, можно общаться на Twitch-канале. Но желательно это изначально, чтобы пошло именно общение там, физическое. Чтобы что-то понимать, слышать. Короче, мне это не актуально. И тут такое, зачем... И я не то чтобы ленивая жопа, у меня в голове возникает вопрос, сейчас тебе это не надо. А хотя, когда надо будет, ты такой, ёбаную мать, надо было делать. Кстати, я уже спрашивала, да, про немецкий, ты же его знаешь. Английский шаман, ты знаешь английский? Пойду я за водичкой схожу. Я буквально на минуточку. Ох, блин. Оп-оп. Итак. Сейчас не надо, когда надо, уже поздно. В том-то и дело, да. Сейчас пока английский не нужен. А когда куда-нибудь поеду, уже будет провал. Но я думаю, что когда я куда-нибудь там поеду, и где понадобится английский, то там уже у тебя мозг работает на выживание, тебе же что-то надо. И тут уже вопрос, как? И ты берешь и учишь какие-то предложения, слова, ищешь, задаешь вопросы. То есть тебе вот мозг, и мозг тебе больше напрягается, и все, короче, у тебя, ты сразу все находишь. Это как в экстренных ситуациях. Так. О, привет, что сегодня за стрим, ПС? Сейчас мы просто...
общаемся обо всем. До этого играли, доигрывали в Резидента. Я прошла игру всю. Я молодец. Прошло 2 месяца, как я стримлю. И сегодня 19-е. Кстати, какие у меня успехи за 2 месяца, пока я стримлю. У меня, ребята, 50 фолловеров, которые я очень люблю. Мои выш-зайки. Вот. Сегодня ты не будешь бренчать на гитаре? Нет, сегодня надо вспомнить, что это такое, не просто так сидеть и ай. А мы береты на лоб надвинем и автоматы удобно. Давай так спою. И с улыбкой веселой мы будем жечь чужие села подпевать, а мы по локоть. Да закатаем рукава, мы Чикаго. Мы будем... Все потому, что нам на совесть наплевать. Почему мне сразу береты вспомнились? Кто-то говорил, что Ведьмака. Про Ведьмака. Может, его попробуешь? Ух, ребят, у меня же такой список большой. Я обязательно попробую. Первое, это Counter-Strike. Нужно учиться стрелять. Обязательно. Нужно учиться играть на серваке. С кем-то, как-то. Хоть это будет трудно, муторно, но я научусь. Второе, это The Evil Within, обязательно. We Happy Few, я должна добить We Happy Few. Вот, она меня немножечко отвлекает от каких-то, от чего-то насущного, знаете, просто смотришь, да, и ты погружен в игру. Ты разглядываешь все вот, ну, вот эти краски, яркость, ты все. Я, конечно, в сюжет особо еще пока не вниклась, но... Мне интересно. Я везде попробую. Ведьмака позже. Пошли в Call of Duty. Так, а про... Короче, Call of Duty я... Сейчас я посмотрю, что это. Нет, Counter-Strike пока что. Мне кажется, Call of Duty и Counter-Strike это все одно и то же. По крайней мере, по картинкам. Везде стрелялки. Counter-Strike. Это горение жопы. Не одно и то же. Ой, как я много пью, ребята. Кстати, еще раз. Сегодня 19 января. И я не пью и не курю, можете меня поздравить. Нет, кальян курю. Как бы не курю, это я уже давно. Но в начале года были праздники, все пили, все друзья пили. И тут такой, а я не пью. А что, ты беременна, что ли? Давай поздравим тебя. А ты такой, нет. У меня цель такая, не пить. Мама аж расстроилась, она так ждет внуков, вы не поверите. Динамики намного мощнее, чем у КС. Динамика. После колды в КС как будто на месте стоишь. Надо, наверное, с тяжелого начинать. Так, тогда... Вот у меня принцип такой. Начинать действительно с тяжелого. Поэтому, наверное... Блин, я хз. Я, если про КС хоть что-то знаю, про Call of Duty, от слова ничего. А можно с ней в нее играть на этой онлайн? Так, ну что ж, тогда надо будет изучить. Шаман, а у вас дети есть? 1, 2, 3 человека, 4 человека в пати. Угу. Сейчас я запишу себе еще что Call of Duty. Ой, у меня же еще Детройт есть. Не, на Детройт пока не хочу.
Роман, я думаю, ты знаешь, что это за песня. Ты же русский. Тату, ай ты молодец, вайфинг моя зая. Так, я тебе вопрос задала, дети у тебя есть? Я обожаю Рамштайн. Божечки ты мой, я просто от него кайфую. Особенно песня Рамштайн. Мы убежим, нас не догонят дальше. Дальше слова, как проводник, спрячь наши тени за облака, за облаками. Нас не найдут, нас не изменят, им не найдать звезды руками. Вот она, наконец-то ее нашла. Просто кайфую от нее. Музыка молодости, всю Германию до 18 на поезде обкатал по бабам каждые выходные. Тату, комиссар. О, комиссар, это просто... Я его обожаю, особенно песня. А теперь ты нежная! Королева снежная распустила волосы по белым плечам, по белым плечам. Так, фактор 2, о, да, война бесконечная. Так, официально нету, хоть уже и два раза развелся. Но так хз, вожди бегает. Капец ты! Ну ладно, надо понять, что не твое. Жениться, а потом понять. Так, сейчас я пошла к гитаркой, что-то меня вспомнилось и синилось. Сейчас я подойду. Я сейчас посмотрю, что я помню. Может, я помню комиссара, как играть. Оп-оп-оп. Падам, я с гитарой. Опа! Послушаем. Сейчас я ее так сломаю. Итак. Что же я помню? Что ж, настало время, наверное, настало время настроить гитару. 100 лет ее в руки не брала. Как на велосипеде ездить, знаете, ноги, пальцы что-то еще помнят. Mm-hmm.
Я уже тоже лет 10 гитару в руки не брал, лежит две, и на них там уже пыли, наверное, да-да-да. Но я также в пыли. У меня есть электронная, но ее там надо подключать правильно. Тут, там, на нее штук еще всяких много купить надо, потому что когда я ее купила, электруху, я не купила комбик и всякие шнуры. Так она у меня же лежит лет 5. Итак, слушаем звук. Так, давайте что-нибудь сыграем, наверное, простое. Блин, бля-бля-бля, хомуха. Сейчас. Нет, ни хрена. Сейчас. Должна себя слышать, как я исполняю. Я такая прилизанная после наушников. Ладно. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Так хочу, чтоб знала ты мои мечты. Слова, простите, пожалуйста, карие глаза. Так, дошла текст. И еще одна попытка. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Буду я тебя любить, сердце бережно хранить, целый мир готов тебе я подарить. Это небо для тебя, эти звезды для тебя, это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Чтоб знала ты, про тебя лишь мои сны. Так реально вижу, будто в жизни я. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Это небо для тебя, это солнце для тебя, это
Солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Конечно. Так, ладно, пупсик, время 8, почти мне пора. Как-нибудь забегу, еще рад бы поболтать. Спасибо тебе, Шабан. И мне было хорошо с тобой, спасибо. Заходи, будем дальше общаться, знакомиться и играть. Спасибо тебе, Мур-мур, хорошего тебе вечера. На песенку я дослушал, и да, пупсик, для гитары нужен другой микро, а то этот микро глушит музыку. Эх, эх. Возможно, надо как-то настроить. Как-то. Ну, спасибо, что сказал. Спасибо. Все, давай, хорошего тебе вечера. Отдыхай. А я буду просто... Буду что-то вспоминать. Или другие настройки, чтобы все звуки были. Ох, конечно, да. Что у нас? Раз. Видео, воспроизведение. Или другие настройки, чтобы все звуки были. Это убирает конденсатор. Слушай, а сейчас вот, если я вот просто играю, лучше новой сцене сделай. Ну, видимо, поиграть я сегодня точно не смогу, потому что это звучит не очень. Так, ну, я кое-что сделала. Скажи, пожалуйста, бой, а лучше стало? Микрофон глушит музыку? Сейчас хуже стало? Сейчас как-то хуже стало. А сейчас... Ой, какой кошмар. Вернее, как было. Фу, забыл, как было. Захват. Сейчас лучше? Я уже не верну, как было. Сейчас лучше. Ну, я уже, в принципе, хотела тоже заканчивать. Если сейчас лучше, то нужно, наверное, что-то еще вспомнить. Что-нибудь, что я знаю. Я так мало, я уже ничего не помню. Так. Ну, эту песню не буду петь, просто напомнила звуки себе. Повесил кузнечик. Расцветали. Сейчас жуки, наверное, жуки батарейка, точно. Ну что ж, вспоминаем звуки батарейка. Сейчас надо. Холодный,
Все, я вспомнил. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. Оу. Нет, подождите. Ой-ой-ой-ой, батарейка. Ой-ой-ой-ой, батарейка. Хрень, все. Надо распеться нормально, что это за голос. Сейчас я еще что-нибудь вспомню, поищу. Давайте вспомним комиссара все-таки. Вот я прям, у меня в голове только эта песня. У тебя на ресницах. У тебя на ресницах. Сейчас. Кто-то вроде бы такой. Перебор. У тебя на ресницах я слезинки не встречу, только серые льдинки. И у тебя на глазах. Короче, откладываем гитару, хрень, все. Так, если пальцы помнят, то руки-то голос-то не помнит. Оп-оп. Бой, как день прошел, расскажи, пожалуйста. Что сегодня было у тебя интересно? Мы с тобой весь день не виделись. Сейчас я послушаю одну еще. Она вам понравится. Она слишком. Приветики, крекер! Сейчас должен быть припев. Рамштайн.
Рамштайн. Рамштайн. О, боже. Рамштайн. 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 Это охренительная песня. Я очень люблю ее. Вообще, Рамштайн я обожаю. Вот, под такую песню только, конечно, ходить на секты. Секты ходить, потому что, боже, прям завораживают прям все. Кто? Так, приветики, что я пропустил? Ну, собственно, я за 2 часа прошла Resident Evil. Ну, да, точнее, концовочка у нас была. Я убила главного босса, Эвелин. Это было не так сложно. Представляешь, я даже не умерла ни разу. На меня это никак не похоже. Я просто шла, типа, просто стреляла, и все. Вот. Пыталась попеть на гитарке, но не только в микрофоне дело, что он заглушает, еще дело, конечно, в моем голосе. Но не будем про это. Мне надо натренировать свой голос. О, будет, значит, Doom у нас следующий. Ну а что? Да, кстати, я сделаю, вот, надеюсь, что у меня есть в группе, потому что я сделаю опрос по играм. Но, в принципе, я уже определилась, какие игры у меня будут следующими. Это Counter-Strike. Дальше We Happy Few. И The... Как всегда забывают, блин, название. The Evil... Визин. Как Визин? Визин. The Evil Визин. Когда Doom будем играть? Ну, после того, как я много чего пройду. Блин, Doom я еще пока вообще не хочу. Что такое Doom вообще? Doom. Это ужастик или нет? Ну, тоже, кстати, прикольно. Но не сейчас. У меня сейчас есть набор игр, которые мне интересны, которые я бы хотела действительно пройти. Мне нужно прокачать себя. Мне нужно научиться стрелять. Мне нужно изучить очень много игр, которых я уже, так сказать, назвала. Это что будет следующее? И хочу просто быть нам поинтересным. О, продумай интересные мысли. Ты мне говорила, что будешь играть в Doom, когда пройдешь игру. Ну, на меня чем-то похоже, конечно. Вово истину говорит. На меня, конечно, похоже. Ну, мы можем с тобой сыграть вместе. Я просто не хочу в нее в прямом эфире играть. Потому что я хочу что-нибудь другое поиграть в прямом эфире. Ну, хотя... Я рассмотрю Doom. Да, я сейчас запишу. Что еще? Спасибо, Женя, что напомнил. Я думаю, что Counter-Strike, We Happy Few и The Evil Within... Тебе тоже понравится. Рамштайн.
Контра серьезно. Ну да. Мне же, я говорю, мне нужно прокачать себя. Для себя. Для себя. Чтобы не быть профаном. Контра, это без меня. Ух, сколько в меня влезает этой воды. Ребятки, я уже буду заканчивать. Мне уже нужно заниматься немножечко другими делами. Спасибо всем, кто был со мной. Спасибо, что смотрите меня. Я вас всех искренне ценю. Вы у меня в сердечке. Вот это сердечко, это вы. Потому что вот оно у меня всегда со мной. Я сегодня впервые прошла игру от начала до конца, не сегодня, но за 2 месяца, с перерывами, конечно же. Вот, и все это в прямом эфире. Все я делаю в прямом эфире. Первый раз играю, в первый раз все в стриме. Даже вот я до этого никогда не выходила в прямой эфир. Стрим, Twitch канал, это первый раз. И дальше только лучше, как всегда. Прокачиваемся, изучаем что-то новое и верим в лучшее, а главное, действуем. Так, спасибо за стрим и спасибо за прохождение резидента, это было шикарно. Мне на самом деле тоже очень понравилось, потому что, блин, сколько эмоций просто. Я хотела этого, мне иногда не хватало выплеснуть эмоции. А благодаря резиденту, то есть вот это вот, что я пугалась, да, то есть я вообще слишком впечатлительная. Но и плюс то, что всякие скримеры, вот это вот, я реагировала, конечно, мне нравилось. То есть мне внутри самой нравилось, потому что я выплескивала все свои эмоции. А потом ложилась я такая спадки и засыпала хорошо. Главное, знаете, мне даже ничего плохого не снилось. Я впечатлительная, но снится мне всякие вот там пони, да, единороги с бабочками. И очень надеюсь, что вам тоже снится, что это хорошее, а не резидент. Вот, поэтому все это благодаря вам. Мне интересно, надеюсь, вам тоже интересно, поэтому буду я заканчивать. Всем спасибочки, всех люблю, всех целую в попку. Всем спокойной ночи и спасибо вам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и все такое. Мур-мур.